1 июля в оздоровительном центре «Пламя» прошло торжественное открытие профильной смены волонтеров. Традиционное мероприятие прошло в рамках реализации программы молодежного добровольческого движения «Альтернатива». 235 подростков в возрасте от 12 до 17 лет приехали сюда из 23 районов Омской области, чтобы поучиться пропаганде здорового образа жизни, профилактике ВИЧ-инфекции и зависимости от психоактивных веществ среди подростков. На торжественном открытии смены губернатор Омской области Виктор Назаров обратился к представителям волонтерских отрядов с напутственными словами. Волонтер – это безвозмездное служение и самоотдача. Это безвозмездная помощь другому. И вот эту работу, я считаю, наверное, прежде всего нужно пронести через сердце, провести через себя. Тогда ты будешь понимать, что ты, наверное, выбрал именно то направление, которое действительно тебе близко. После церемонии открытия гости посетили площадки, посвященные правильному питанию и здоровому образу жизни. Ребята в неформальной обстановке лично смогли рассказать губернатору о своих волонтерских взглядах. Я хотел именно уточнить, почему как раз когда вы делаете добро другим людям, поэтому вы и себе хорошо делаете. Потому что вот когда ты сам хотел сделать что-то доброе человеку и это сделал, то тебе приятно, что ты это сделал и тому человеку нравится, и другому. Я хотел посетить не просто эту смену, я вообще хотел посетить, посмотреть на ребят, которые готовы, как сказал мой сейчас близкий друг Вова, творить добро, понимаете? Вот, наверное, дать детям еще один посыл о том, что это очень важное и нужное дело. В программе смены, рассчитанные на 2 недели, обучающие, развивающие, досуговые и спортивные мероприятия. Для оздоровления, отдыха, а также подготовки новых волонтеров здесь созданы все условия. Каждый отряд занимается сейчас по своим площадкам, затем они меняются площадкам, где их обучают уже волонтеры, которые имеют опыт, которые были у нас и в Сочи, которые работают на профильных сменах в наших других лагерях. Поэтому огромный опыт этой смены, которую мы сюда посылаем, и надеемся, что с каждым годом все наибольшее количество наших детей будут понимать, что такое волонтерство, оказывать и давать добро людям. Но я думаю, что им пригодится это и в жизни, и в их профессиональной работе, я думаю, в учебе, везде, потому что сегодня я думаю, что добрый человек, он в жизни всегда себя найдет. Итогом профильной смены станут новые кадры добровольческого движения. Профилактикой злоупотребления психоактивных веществ и пропагандой здорового образа жизни ребята займутся каждый в своем районе по окончанию смены.